Херсоне проводятся киномарафоны, чтобы снять фильм за 48 часов или за одну неделю. Андрей Жневин, участник киномарафонов, снял фильм, где он в главной роли. Вот он сидит рядом со мной в зале и смотрит на экране. Используешь свои знания во зло, хотя мог бы использовать их в мирных целях. Клара, я же говорил тебе, что ученые... Что ты ошибся. Эти смерти ничего не дадут. Если твои усилия будут напрасны. Оставь, Клара. Все мои старания напрасны. Я лично был на фронте. Я лично устанавливал баллоны. Я видел результаты своих трудов. И благодаря этому мы достигаем успеха на Западном фронте. Чем больше мы этого сделаем, тем больше спасем жизни. Итак, друзья, ваше подведение к фильму с названием «Любви нет места на войне». Это жанр биопик. Фильм получился солидный. Теперь, когда вижу какой-то исторический фильм по телевизору, то вспоминаю его фильм. Что люди стоят у стен.